Станица Ставропольской открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. На торжественное событие собрались не только станичники, но и глава района Андрей Дорошевский и главный врач Северской центральной районной больницы Маноль Санаников. Самое главное, что у человека есть, это здоровье. И для этих целей мы и построили здесь этот пункт. Я вас всех с этим поздравляю. И в преддверии Нового года я бы хотел вам тоже пожелать, чтобы у вас, в ваших семьях, ваших близких, родных было в первую очередь здоровье. А для поддержания здоровья, опять же, есть пункт теперь. Открытие пункта стало возможным благодаря поддержке губернатора и своевременной работе районной администрации. Прежде всего, хотел бы, конечно, начать с благодарности. Благодарности к губернатору, который выделил финансирование Министерства здравоохранения, которое рассмотрело заявку и согласовало ее. Ну и, конечно, администрации Северского района, которая за год выделила землю, построила и вручила нам ключи, говорит, заходите, лечите людей. Огромное всем благодарна. Глава района торжественно перерезал красную ленточку и лично проинспектировал здание. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен современным оборудованием в соответствии с требованиями Минздрава России. И что не менее важно, есть специалист, который будет здесь работать на постоянной основе. Все укладки для оказания разного формы помощи медицинской, они нужны, если вдруг человеку спать плохо, пленофактическое, в шоке, любые патологии, которые могут возникнуть, тут есть для оказания экстренной медицинской помощи. Плюс плановые. Осмотр пациента, взятие анализов, назначение лекарственных препаратов. Открытие фельдшерско-акушерского пункта стало настоящим новогодним подарком для населения станицы. Здесь проживает более 1000 жителей, которые наконец-то смогут получать первично-медико-санитарную помощь на месте. Сказать спасибо губернатору Кондрате Белинину Ивановичу, вице-губернатору Мейкулане Алексеевне, вам, Андрей Владимирович, за такую возможность получать медицинскую помощь в комфортных условиях. И в особенности здоровья сейчас, в нынешнее время, очень важно для нас. Тем более, что папы, мамы, бабушки, дедушки могут иметь возможность прийти и никуда не выезжая из нашей столицы. Года не прошло, какой красавец у нас. Какой красивый, добротный, уютный мир. Вообще красота. Я хочу выразить большую благодарность тем, кто принимал участие в строительстве нашего медпункта. Будет у жителей возможность и получить более специализированную медицинскую помощь. По заявкам фельдшера в амбулаторию планируются выезды профильных специалистов.